Включаем. Окей. Ну, в принципе, погнали. Ай, опять эта вспышка! Блин, мои глаза! What the fuck? Нет! Чё творим, про меня зовут Серхио Несибро! Сразу же, просто сразу же переподписывайся на мой канал, чтобы вступить в мою Суприм банду! Ведь перед Дримей Суприм банда будет над всеми! Кто не с нами, тот под нами! А я как вижу, про тебе же не очень нравится быть под нами! Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть в нашей крутой Суприм банде! Итак, банда, откинем веселье! Сегодня мне пришла вот эта вот посылка! Я не знал, что здесь, но когда я открыл посылку, я увидел одно письмо. Это посылка от моей подписчицы Вики, которой 13 лет. И она мне прислала вот что. Вы, наверное, по названию видео уже догадываетесь, что это. Но здесь прям целое маленькое письмо, которое она написала мне. И сейчас я вам его зачитаю. Привет, Сергеонис, ты не знаешь меня, но кажется, у меня адское устройство. Это камера. Меня зовут Вика, мне 13, я очень люблю фотографировать. И родители подарили мне недорогой фотоаппарат на прошлый Новый год. Я сразу же начала фотографировать. Первое, что я сфотографировала, это цветок. После щелчка цветок начал гнить. Я не понимала, что происходит. И я сфотографировала свою собаку. И она... Она умерла. Я испугалась еще сильнее и просто положила эту камеру в коробку. На днях я увидела твои видео про адские устройства и решила отправить камеру тебе. Окей, по словам моей подписчицы Вики, эта камера просто убивает. Получается, что если мы сфотографируем какого-то человека, то он просто умрет. Давайте это проверим. Окей, я не буду пробовать это на человеке, я попробую это на каких-то обычных вещах. Если получится с обычными вещами, то значит, это все правда, то, что было написано в том письме. Потому что мне почему-то кажется, что это все вранье, и Вика просто придумала это, лишь бы чтобы на нее обратили внимание. Окей, попробуем открыть эту коробку и посмотреть, как же выглядит та самая камера. Собственно, то письмо. Как видите, это письмо на вот такой вот маленькой бумажке, как будто реально писала Вика 13 лет, или даже еще моложе. Но здесь написано, что ей было 13 лет. В принципе, с письмом все ясно, с ним мы уже разобрались, мы его уже прочитали. Что Вике подарили вот эту вот камеру на прошлый Новый год. Если честно, я думал, что камера убийца немного побольше, но явно не такая маленькая, как здесь. Я думал, там прям огромная зеркалка. Она, кажется, очень маленькая, поэтому что ж, давайте откроем, посмотрим. Вы готовы? Фух. Если это реально камера убийца... Окей, но я бы не сказал, что эта камера прям какая-то необычная. Обычный фотик. Еще из каких-то очень старых времен, где-то на год 2006-2005. Что очень смешно, что здесь она вот так вот перемотана скотчем. И почему-то мне реально кажется, что у Вики просто была нерабочая камера, которую она уже перематывала скотчем. И она решила ее подогнать мне, типа, вот тебе. Типа, это какая-то там камера из ада, адское устройство. И что-то с ней типа не так. Я вам серьезно говорю, я рассчитывал, что камера убийца будет немного побольше, но явно не такая маленькая. Окей, я все еще не верю, что эта камера может как-то убивать, потому что, ну камон. Потому что как камера может что-то уничтожить или кого-то убить? Тем более, вот эта камера, ну вы серьезно? Эта камера может кого-то убить? Она разве что ваши глаза от вспышки может убить, но явно не что-то живое. Но как бы это ни было, нам все равно нужно это проверить. Окей, давайте попробуем включить. Фух. А если честно, хоть я и не верю, что эта камера убийца, но мне все равно немного стыкотно ее включать. Она так быстро включилась. Но я бы, в принципе, не сказал, что эта камера прям какая-то убийца. Это обычный фотоаппарат, ну вот. Как бы, ничего здесь необычного нету. Правда, батарея почему-то разряжена и фокус не работает. Окей, все же нам нужно эту камеру проверить действие и узнать, ли реально она убивает. И первое, что я сфотографирую,
Это яблоко. Окей, банда, я надеюсь, вы готовы посмотреть, что сейчас будет. У меня есть яблоко, сейчас мы его в стегофирме проверим. По идее, после фотографии яблоко должно начать гнить. Или же с ним что-то вообще должно хотя бы случиться. Точно оно должно не остаться вот таким вот обычным. Давайте-ка будем проверять. Окей, банда, есть яблоко и есть камера. И я надеюсь, вы готовы. Потому что я не очень готов, но все же давайте-ка попробуем включить камеру и сфотографировать яблоко. Блин, а что если с камерой реально что-то не так? Вы только представьте, что у меня сейчас в руках. Это, не знаю, это оружие, которое можно просто брать убивать. Бух, я до последнего буду думать, что это не так. И я очень, очень надеюсь, что это не так. Окей, давайте-ка сфоткаем яблоко. Видите? Она даже фокусирует его на яблоко. Окей. Ух. Ничего, здесь вспышка. What the fuck? Оу, она выключила... Что? Кому? Нет, стойте, этого не может быть. Твою мать, посмотрите на яблоко. Оно тупо начало гнить. Вы только посмотрите на это. What the fuck? То яблоко... Блин, стойте, может... Да ну нах. Офигеть. Камера тупо убила яблоко. Я просто в это не верю. Как это могло убить это яблоко? Вы посмотрите только, оно полностью гнилое. Офигеть. Я просто не верю, что это произошло. Камон. После фотографии, после щелчка, как и писалось в письме, оно просто сгнило. Что? Разве это так должно быть? Блин, да я в это не верю. Как это вообще происходит? Окей, нам нужно однозначно, нам нужен еще один эксперимент. На этот раз мы попробуем уже не яблоко. Мы попробуем использовать технику. То есть мы возьмем ноутбук и попробуем его сфотографировать. И посмотрим, что из этого получится. Если умрет и ноутбук, то с этой камерой явно что-то не так. Окей, банда, у меня есть обычный ноутбук рабочий. Ну как, относительно? И вообще, скажите мне, это нормально, что после переезда в этот дом на двух ноутбуках сразу же в один же день перестают работать пару клавиш? Здесь перестали работать Enter и какие-то буквы. И на другом моем ноутбуке перестали работать некоторые буквы и цифры. Это нормально? Так, ладно, банда, мы вернемся к нашей теме. У нас есть ноутбук, который мы сейчас фотографируем. И если с ним тоже что-то случится... Значит, с камерой явно что-то не так. Это явно камера из ада. А я очень надеюсь, что это какое-то глупое совпадение. Потому что если взять яблоко, на него могла подействовать вспышка. То есть какие-то радиоактивные волны, которые сразу же превратили его в такое гнилое. А вот что будет с ноутбуком, мы сейчас узнаем. Потому что он сам радиация. И по факту вспышка на него никак не должна плохо среагировать. Поэтому сейчас мы попробуем это сделать. И мы сейчас посмотрим, что из этого будет. Мы сейчас сфоткаем этот ноутбук и посмотрим, что из этого получится. А я очень надеюсь, что из этого ничего не получится. И он просто будет продолжать работать. Потому что, по идее, ноутбук тоже должен будет как-то сломаться из-за этой камеры. Ух, банда, я надеюсь, вы готовы. Включаем. Окей. Ну, в принципе, погнали. Ай, опять эта вспышка! Блин, мои глаза! Камера опять выключилась, я прям чувствую, блин, ничего не вижу! Это вспышка грёбаная! What the fuck? Нет! Камон! Блин, это же был ноут новый почти! Ну я и дебил! Зачем я пробовал это сделать в ноутбуке? Твою мать! Получается, с этой камерой явно что-то не так, банда! What the fuck? Блин, она уничтожила яблоко, она уничтожила ноутбук! Получается, она может убивать как и живое, так и неживое! Но на ничем живом я не буду это, конечно же, пробовать! Кто бы мог подумать, что такая старая на вид камера может такое сделать? What the fuck? Офигеть! Банда! Это, блин, реально камера из ада! Кто бы мог подумать, что в мире реально существует такая камера, которая может убить или же уничтожить какую-то вещь, предмет или же живое существо? У меня просто нету слов. Я не знаю, что сказать на этот повод. Это, блин, адское устройство! Камера из ада! Она даже скотчем перемотана, она никак не внушает вид какого-то ужаса, страха. Она на вид вообще обычная камера. И причем очень старая обычная камера. Просто запомните, как она выглядит. Вот так вот. Она на вид совсем обычная.
Понимаете? Окей, ее нужно куда-то спрятать, чтобы никто не видел, потому что это, блин, реально убийственная вещь. Просто закончим это видео, потому что я просто не знаю, что сказать на этот счет. Скорее всего, я выскажу в своем инстаграме или же в комментариях. Скорее всего, в инстаграме, поэтому подписывайся на мой инстаграм. Ссылка в описании или же на экране осталась специально для тебя. А на этом все, просто вот бы сердце, бро. Сразу же, просто поставь лайк, ведь тебе тут всего-то каких-то 2 секунды. А мне очень приятно. И, бро, подписывайся на мой канал. Чтобы вступить в мою супер-банду. Ведь перед Римой супер-банда будет над всеми. Кто не с нами, тот под нами. А я как вижу, бро, тебе же не очень нравится быть под нами. Так что подписывайся на мой канал, чтобы быть нашей крутой супер-банде. Ну и так же, бро, не забывай про инстаграм. Ссылка в описании или на экране осталась специально для тебя. Эй, бро, если ты боишься страшной фотографии или же еще что-то, то просто пиши мне директ, и я отвечу именно тебе. Да-да, бро, из всех 1000 человек я отвечу именно тебе. Потому что отвечаю всем своим, бро. Эй, бро, вот-вот, комменты из-под прошлого видео. Здесь какие они шикарные. О боже, я бомбил каждый из этих комментариев, потому что это ребята из моей супер-банды. Банды. Но, бро, не расстраивайся. Ты тоже будешь в последующем видео. Всего-то, что тебе нужно, это нажать на лайк, колокол и все. После чего просто оставь свой царский комментарий, и ты уже в следующем видео. Но не забывай лайк, колокол обязательно, потому что я проверю. У меня есть прога, которая позволит мне это проверить. Или ты нажал на лайк, колокольчик, потому что если нет, то ты просто пустую напишешь коммент. Как видишь, ребята из Суприм Банды попали. Так что и ты сможешь. А на этом все. Оставайся таким же шикарным. Пока!